районе 1:30 ночи, получается, произошел взрыв, выглянул сразу в окно, окно выходит во двор, вижу то, что очень сильно полыхают машины. То есть сразу схватил мобильный, звонок в пожарную часть. То есть мы вот выбежали сюда во двор, сразу спустился, оделся. Начали звонить машину, чтобы отогнали. Полностью у нас два ряда, третий, четвертый. Ну, в четыре ряда мы в основном ставим машины, друг друга перекрываем, оставляем номера телефонов. Вот и все. Пожарные быстро приехали? Ну, достаточно быстро, да. И, то есть уже когда спустились вниз, уже звонили людям, просили в двери, чтобы отогнали машины. Еще раз набрал пожарную часть, они сказали, что уже машина выехала, все, то есть звонок поступил. То есть ребята, да, ребята реально приехали, ну, в течение, наверное, 5 минут. Тахое вот повезло ему, он еще успел, в самый последний момент он уже отогнал.